Рим, район Колизея. Триумфальная арка. Колизей внутри. Вот, посмотри,
смотрите, подъемники. А? Вы, гладиаторы, видите? И как они сидели здесь, да? И как сегодня? Трибуна императора. А? Видите, как они сидели, вот эти арки. Просто сегодня ничего не осталось. А? Поэтому. Сколько стоит? Нет, вы говорите 70 тысяч. Я сказала, думаю, 70 тысяч. Нет, а, и все. Да, зрители, зрители. А сколько стоит этот журнал? Не знаю. Зрители выступить. Фантастика. Алла, вода да, дома. Талатина, и здесь направо, да, направо, и здесь только это имеется в виду стадион, где проводились соревнования с колесницами во время Древней Рима, древнего Рима, разных структур. Но я хотела императоре, вы знаете, что до Домициана... Богиня Миневра из красного порфира. Статуя Минервы на фонтане. До нашей эры. И знаете, что первоначально не было близнецов. Близнецы были добавлены только в 16 веке Пол Лайоло. Теперь это знаете, при анализе металла обнаружили, что металлы разные периоды. И поэтому мы знаем, что оригинал не имеет оригинал. Даже нет, знаете, идем там третий день. Нет, не хочется.
Итальянская свадьба. Извините. Века, кстати, дадим мне первых примеров эпохи Возрождения, для посольства Венецианской Республики. В нашем веке здесь имел свой кабинет Муссолини, поэтому в центре, где там балкон, он оттуда выступал и говорил речь. И вот посмотрите еще, мы говорили о форуме. Римская опера. Обратите, вот на смотровую площадку это нужно отдельно покупать.
тех помещений, которые сегодня, в которых расположены залы, раньше жили папы. Ватикан. Внутренний дворик. Около святого Иоанна в Латеране. Затем они уехали 70 лет во Францию. И когда они приехали в Галилею, внутренний дворик Ватикана. Святого Петра. Вход в музей Ватикана. Какой парусник. Смотри. Панорама Рима. Kaunis näkymä. Tässä oli aikoinaan vartiotorni, jota tarkkailtiin Vatikaanin valtion lähiympäristö aina vihollisen hyökkäyksen vastaan. Thank you.
Бельведер в Ватикане. Да, из-за храма.
гобелены. Игра света тени. Сикстинская капелла.
который открывается один раз в 25 лет. Собор Святого Петра. Святого Петра. Спасибо.
Помощи Святого Петра. Служба в соборе Святого Петра. Смотрите, здесь видно мозаику. Вот только на родину ходит. Смотри, а так вообще она не видно, она будет как картина. Смотри. На розовом тоне видно, внизу, в мозаике, уникально. А подлинный вот там в музее, который... Так что Святой Петр, это вот там, где мы с тобой стерли ноги. Не подходи сюда. Нету, да? Подходи. Хочу подойти, посмотреть. Преображение. Оригинал находится в Ватикане. Но здесь копия точно, идентичная, но для Рафаэля. Последняя картина Рафаэля. Подлинник в Ватикане. Мозаика. 1520 год, преображение Рафаэля. А можно спросить, пожалуйста, водителя? Колоннада 247 колонн. Труд Бернини колоссальный. На праздник собирается количество народа невероятное.
одними руками одного человека. Колоннада и скульптуры. Колоссальный труд. Окно кабинета.